Скажите, пожалуйста, а где используется вот эта вот виртуальная реальность? Насколько я понимаю, это уже давно не просто игры, это еще и практическое применение. Да, вы абсолютно правы, это уже давно не только игры, но и промышленное применение. В нашей компании сейчас существует 4 проекта, которые мы активно развиваем. Один из них представлен сзади, мы привезли его на эту выставку для демонстрации. Это наш операционный бизнес, проект называется Cinema VR, где люди, приходящие в самую крупную сеть залов виртуальной реальности, могут погрузиться в виртуальное пространство, которое было создано нами на основе выходящих в кинопрокат новинок. Это операционный бизнес, который действует в рамках России, 15 центров уже открыто. Также один из наших проектов – это полигон. Полигон – это платформа для организации киберспортивных соревнований, для обучения силовых ведомств, для обучения сотрудников разнообразнейших предприятий. Это система с полным погружением, когда человек одевает очки, одевает компьютер, видит руки, ноги и могут взаимодействовать до 5 человек одновременно в рамках 100 квадратных метров. Также один из наших проектов – это недвижимость. Позволяет будущему покупателю исследовать свою квартиру либо коммерческую недвижимость в виртуальном пространстве. То есть на момент застройки, когда квартира или коммерческая недвижимость еще не построена, клиент может походить и изучить пространство. И четвертая, одна из самых развивающихся и активно пользующихся популярностью технологий – это виртуальные тренажеры. Мы создаем виртуальные тренажеры для обучения персонала и для тренировки разнообразнейших ведомств, в том числе для отработки аварийных ситуаций и нештатных ситуаций. Ну, насколько популярна ваша компания сейчас? Мы являемся венчурным фондом. Сам фонд был организован в 2016 году, и на данный момент мы крупнейшая компания в России. Скажите, вот что касается киберспорта, насколько я знаю, в последнее время он набирает обороты и становится, ну, очень популярным в нашей стране. Да, все верно. Киберспорт набирает обороты. Сегодня в рамках панели будет обсуждаться развитие киберспорта, в частности, развитие VR-киберспорта в России и за рубежом. В частности, наш проект «Полигон VR», который будет позволять соединять площадки в разных городах, в разных странах, для того, чтобы люди могли соревноваться в виртуальной реальности. Юрий, а как бы вы могли обрисовать ситуацию на рынке VR? В 2016 году технологии виртуальной реальности принесли 4,9 миллиарда долларов общей прибыли компании, что на 172% выше, чем показатели годом ранее. По данным компании Superdata, к 2020 году объем рынка составит более 38 миллиардов долларов. В России рынок только зарождается, технологии активно начали популяризироваться буквально год назад, и уже за этот момент произошел значимый скачок и в формате количества компаний, занимающихся виртуальными технологиями, и в прорывных технологиях, которые сейчас применяются уже в экономике.